Значит, тут используется имя восточного мудреца и поэта. Скажу вам честно, и в этом мой папа признается честно, что самого Фердауси он не читал, когда писал слова к этой песне. Вот. Он вложил в нее весь свой опыт врача-психотерапевта. Поэтому советы там очень полезные. Молодой купец Салават яйца нес на базар продавать. В этот день было слишком тепло, из яиц у него потекло. Всем известный мудрец и поэт в это время жевал винегрет. Если трудно совета, совета спроси, посоветовал Фирдауси. «О, учитель!» — скричал Салават, «буду ноги твои целовать, даю слышать мудрую речь, как мне яйца мои уберечь. Не носи свои яйца, как гири, чтобы их тебе не побили. Веселей, веселей ты яйца носи!» — посоветовал Фирдауси. Молодой жена в паранджа убежал на базар от мужа. Муж ее сковородкой побил и 4 дня не кормил. Всем известный поэт и мудрец в это время жрал холодец. Кушать нечего, палец свой палец соси, посоветовал Фирдауси. О, великий! Заплакал жена. Почему страдать я должна? Почему прозябаю тут? И зачем кончал институт? Кто берет образованный жен, тот последний дурак и пижон. Многое знаешь, язык свой язык прикусит, посоветовал Фирдауси. Бородатый художник Ага на базар прибежал без денег и писал объявление вокруг, что готов на любую услугу. Всем известный властитель умов в это время уписывал плов. Счастье нет, настал бы, повиси, посоветовал Фирдауси. О, мудрейший, воскликнул Ага, я целую твоя сапога. Покажи мне такую столбу, чтобы сделать счастливой судьбу. Если в столб упираешься лбом, значит, счастье за этим столбом. А теперь мне вина принеси, посоветовал Фирдауси.